Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по-прежнему широко обсуждается на различных уровнях. Этой теме посвятили очередное заседание административного штаба по прохождению отопительного сезона. Участие в дискуссии приняли представители администрации, управляющих компаний и ТСЖ. Напомним, что с середины 2014 года, согласно принятой государственной программе о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, все жители в обязательном порядке будут платить за капитальный ремонт жилья. Такая строка появится в платежных квитанциях уже в мае. До этого момента собственники обязаны выбрать способ формирования фонда накопления денежных средств. Это может быть спецсчет или региональный оператор. Решение должно быть принято на общем собрании жильцов. В любом случае, даже если собственники принимают решение о том, что они будут накапливать средства на специальном счете, владельцем счета должен быть региональный оператор для нашей территории. В случае, если собственники жилья не примут определенного решения или откажутся его принимать, этот выбор за них сделают органы местного самоуправления в пользу регионального оператора. При этом, в соответствии со статьей 12 227 федерального закона, жильцам будет отказано в краевой субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, в котором они проживают. Пущено время на проведение общих собраний. За месяц до окончания этого периода орган местного самоуправления должен провести мониторинг, определить те дома, в которых собственники не приняли решение о выборе способа формирования фонда или не выбрали владельца. И тогда орган местного самоуправления обязан заключить договор с региональным оператором. Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, рассчитана на 2014-2043 годы. В ближайшее время планируется создание общественного совета по вопросам ЖКХ, через которую гражданам дадут разъяснения по вопросам, связанным с реализацией данной программы. Можно четко сказать одну вещь. Ребята, это региональный оператор, он как банк. Но вот там полочки, именно наш дом будет, на нашей полочке, которую он взять можем, да. Только мы. Все. Под нашей работой. Если владельцем спецсчета будет региональный оператор, это будет именно так, как вы говорите. В результате реализации мероприятий программы на нашей территории планируется значительно улучшить жилищные условия проживания горожан. Однако пока нет пояснений о том, как быть жителям домов, в которых капитальный ремонт уже проведен. Также не ясен механизм установления очередности проведения ремонтных работ в 176 многоквартирных домах городского округа, большинство из которых давно нуждается в капремонте. Разъяснение по этим и другим вопросам власти рассчитывают получить после структурного формирования краевого регионального оператора.